смотрите программу «Утреннее утро». Сегодня говорим о важном. Итак, туристическая индустрия пострадала во время пандемии. Когда она сможет восстановиться? И именно этот вопрос мы задаем нашему эксперту. Смотрите, Турция, да, красавцы? Когда все сейчас думают, там, вся мировая общественность, чипировать, не чипировать. Они уже сколько лет чипировали наших девок, а? Недорого, Наташа, приезжай. А китайцы, а? Они сидят же сейчас опять, как будто не было ничего, вот такими вот глазами смотрят они. Они смотрят на мышей. И это что говорит? Что когда-нибудь все равно кто-то сорвется, и все пойдет по новой. Вопрос понятен. Ну, честно говоря, я не очень поняла. Да, так потому что с вашими аналитическими возможностями вам только прогноз погоды на саратовском телевидении угадывать ночью. Смотрите, вот, например, возьмем Польша, да? Отдыхай, не хочу. А я не хочу. Я не хочу. А речь-то не обо мне. Монголия, а? А им хотя бы кто-то скажет, что вирус, а? И кто? Понятно? Непонятно. Вот, наконец-таки вы уловили мой посыл, что непонятно, когда восстановится эта гребаная, простите за выражение, индустрия. Вот, прекрасно, спасибо огромное. Наконец-то мы с вами во всем разобрались. Спасибо огромное. А сейчас я объясню вам, почему непонятно. Смотрите, случается беда. Все мы можем... А у нас, к сожалению, неожиданно прервалась связь с нашим экспертом. Вы знаете, я совершенно уверена, что она не восстановится в ближайшее время. А мы с вами скоро увидимся.